Добрый день, дорогие друзья! В студии «Русские амфибии» с вами я, Денис. В эфире специальный выпуск. Сегодня в прямом эфире работает наш специальный корреспондент Денис, который познакомит нас с новыми разработками конструкторского бюро «Русские амфибии». Друзья, вы на канале «Русские амфибии», и я постоянный ведущий канала Денис. Сегодня в нашем обзоре новая разработка от компании «Русские амфибии» — лодка «Тримаран 4500 Jet» в оригинальном цвете синим-красным. Лодка выполнена по применяемой в судостроительстве середины прошлого века схеме. Тримаран – это три независимых гидролыжи, между которыми существуют тоннели различной геометрической формы. Наиболее известны формы днища тримаранов – кафедрал, по форме напоминает купола перевернутого собора, триклин – V-образные клинья, на которых опирается лодка во время движения, санифоксу – три плоских гидролыжи с полукруглыми тоннелями. Центральная гидролыжа лодки «Тримаран 4500» выполнена из многослойного композитного материала. Транец лодки вклеен в днище и является составляющей корпуса лодки. Для использования водометного движителя гидролыжа оснащена жестким тоннелем. Во время движения по горным и мелководным рекам днище лодок постоянно подвержено ударам о камни или дно реки. Для сохранности композита днище дополнительно бронировано полиэтиленом низкого давления толщиной 10 мм. Тоннель лодки «Тримаран 4500», так же как и у лодки «Риб», бронирован полиэтиленом низкого давления толщиной 10 мм. Боковые надувные ПВХ-гидролыжи бронированы ПВХ-тканью плотностью 1250 грамм на квадратный метр и оснащены четырьмя продольными реданами на внешней и внутренней стороне каждого борта для ликвидации брызговой пелены. После выхода «Тримаран 4500» на глиссирование смачивается только поверхность лыжи в зоне глиссирования. Боковыми продольными реданами отсекается водяная пыль, которая снижает скорость движения, а боковые плоскости бортов обеспечивают поддержку в поворотах. Для исключения эффекта дельфинирования в конце правого и левого борта лодки имеются интерцепторы. Днище лодок серии «Тримаран» значительно отличается от днища лодок серии «Риб». Днище лодки «Тримаран 4500» имеет три продольные узкие параллельные гидролыжи без сужения к носу лодки и два тоннеля со сводами правильной формы между ними. За счет особенной конструкции днища «Тримаран 4500» способен выходить на глиссирование при малых усилиях и низких скоростях и уверенно сохраняет курсовую устойчивость во время движения по волнам. Лодку практически невозможно опрокинуть, поскольку правый и левый борта лодки являются надувными баллонами, изготовленными из ПВХ-ткани плотностью 850 грамм на квадратный метр. Объем каждого борта более 2,5 кубических метров. Максимальная устойчивость «Тримаран 4500» сохраняется во время движения на различных режимах, а также во время остановки. Лодка максимально безопасна для рыбалки, проведения спасательных и других работ на воде. Длина лодки «Тримаран» увеличена на 20 см относительно длины лодки «Риб» и составляет 4 метра 70 см. Ширина лодки «Тримаран» всего 1 метр 80 см. За счет увеличенного соотношения длины лодки к ширине, лодка стала еще более устойчивой во время движения по горным рекам. Вес лодки «Тримаран» снижен на 60 кг, что позволяет увеличить его полезную загрузку. Лодки «Русские амфибии» серии «Тримаран 4500» выпускаются в различных комплектациях. Комплектация «Мастер» – это комплектация для истинных ценителей румпельного управления и настоящего экстрима. Ведь у «Тримаран 4500 Мастер» отсутствуют фальшборта, высота кокпита всего 55 см. Комплектация «Экстрим» – это комплектация с фальшбортом под румпельное управление, наиболее защищенная для пассажиров комплектация. За счет увеличенного борта, высота которого составляет 79 см, пассажиры будут находиться во время движения в полной безопасности.
Комплектация «Патруль» – самая оснащенная комплектация для любителей рыбалки и долгих путешествий. Фальшборд, дистанционное управление, тарги с корзинами и многое другое оборудование предназначено для комфортных путешествий по горным рекам в глубину тайги. Подробнее о характеристиках лодки «Тримаран 4500» и комплектациях лодок вы можете узнать на нашем сайте www.lodki.shop в разделе «Тримаран 4500». Оставайтесь с нами, друзья. С вами я, ведущий канала Денис, и компания «Русские амфибии».